Доброе время суток, уважаемые зрители. Добро пожаловать на канал «Садовые посиделки». Канал посвящен всему, что связано с озеленением садов и домов. Меня зовут Александр Куранов. Итак, избавимся от чая, засучим рукава повыше и приступим. Сегодня в гостях садовых посидел гость, получивший почетное звание «Кактус орхидеи» за необычную красоту своих цветков. Итак, встречайте, эпифилум. Род эпифилум принадлежит к семейству кактусовым. Род включает 19 видов, распространенных от Мексики до тропиков Америки. Это в основном полукустарники с одесневевшим основанием и листовидным стеблем. Имеются листообразные зазубренными мясистые стебли. Цветки эпифилумов крупные, воронковидные, в культуре известны формы с великолепными цветками от чисто белой до кремовой, желтой, розовой, красной цветовой гаммы с разнообразными оттенками. А вот растений с синими цветами в роду, к сожалению, нет. У меня вот растет один из видов эпифилиума, это эпифилум Акермана, цветет красными цветами, диаметр которых около 15 сантиметров. Растение является кустарником с повисшими побегами. Эпифилум Акермана обладает плоскими тростками с многочисленными зубцами, однако плоскими они становятся через 4-7 сантиметров от основания. У основания тростки цилиндрические. Эпифилум предпочитает яркий, но рассеянный свет, может расти, конечно, и в полутени, но для обильного и эффектного цветения растению необходимо как можно больше рассеянного света. Он хорошо растет при рассеянном освещении на окнах западной, восточной ориентации. На окнах северной ориентации, конечно, цветет, но не так обильно. На южных окнах в полуденные часы, конечно, необходимо притенение. Недостаток света сказывается на декоративности. Листья тускнеют, края желтеют, цветет мелко и очень мало. В летний период растению рекомендуется выставлять на свежий воздух, в светлое, но без прямых солнечных лучей место. Температуру эпифилумы в весенний-летний период предпочитает в районе 20-25 градусов в период относительного покоя, это с ноября по февраль. По возможности, конечно, температуру нужно снижать, лучше до 10-15 градусов. Эпифилумы, как и все так называемые кактусы влажных лесов, надо поливать намного чаще, чем виды, происходящие из засушливых областей. Почва в горшке всегда должна быть умеренно влажной. Поливают по мере подсыхания верхнего слоя субстракта. Воду надо использовать мягкую, комнатной температуры. А в период относительного покоя зимой полив сокращает и поливает после подсыхания земляного кома. При очень холодной зимовке полив надо прекратить совсем. В марте полив слегка увеличивают, а с появлением бутонов начинают поливать обильно. Растения, ну, не слишком требовательны, конечно, к влажности воздуха, но, однако, предпочитает ее повышенное значение. С марта по сентябрь эпифилумы следует два раза где-то в месяц подкармливать удобрениями для кактусов. После периода покоя, это в конце февраля, растения начинают расти и на утолщенных ореолах закладываются бутоны. Не рекомендуется в это время менять местоположение растения, так как возможно, что растение сбросит все бутоны. Цветет эпифилум чаще всего весной, с апреля по июнь. Каждый цветок держится до 5 дней. Во время цветения растение необходимо регулярно поливать, подкармливать и опрыскивать. В хороших условиях растение может зацвести еще раз. Это осенью. Каждая ареола образует цветок на побеге только раз. Поэтому по прошествии нескольких лет старые побеги утрачивают способность к цветению, и их необходимо удалять. Пересаживать эпифилумы лучше после цветения по мере необходимости. Тесный горшок у растения стимулирует цветение, поэтому ежегодная пересадка ему просто не нужна. Почва для эпифилума берется обычная, плодородная. А растения можно размножать одним из самых простых способов. Это, конечно, черенкование. Для этого нам нужно
взять созревший росток. Вот они начинаются сверху. Обрезаем. Вот, вот такого вполне хватит черенка, где-то 10-15 сантиметров. После того, как вы обрезали вот это растение, лучше, конечно, обрезать, чтобы было немножко потолще. Где-то вот, вот в этом месте. После того, как вы обрезали, вы оставляете свой черенок на 10-15 дней в прохладном темном месте, чтобы растение, когда при черенковании, полностью подсохло. Когда вы будете его сажать, оно просто не загнило. После этого, как пройдет где-то 15 дней, даже можно и месяц, ничего страшного в этом нет, растение выдержит это, вы берете горшок, обязательно слой, дренажный слой на дно горшка выкладываете, потом кладете землю, перемешанную с перлитом. Многие выращивают, укореняют точнее, это растение просто в перлите. После того, как оно укоренится в перлите, его все равно приходится высаживать в землю, поэтому лучше все-таки укоренять это растение, конечно же, в земляной смеси с перлитом, где-то 1:1. После того, как растение у вас подсохло в течение 15 дней, вы просто-напросто вставляете черенок в землю где-то примерно на 1 сантиметр и не поливаете. Не поливать примерно нужно около 2 недель, даже 2,5 недели. Не спешите поливать, а после этого периода проверьте черенок, подергав его за верх, вот тут немножко у основания. Если растение хорошо держится, не отваливается, значит растение пустило корни. Вот этому растению, я даже не знаю сколько лет, потому что на моей памяти оно всегда было, а мне уже лет немало, поэтому смею предположить, что вот этому эпифилуму где-то примерно, ну я думаю, лет 30, не меньше. Вот видите, какое он большое. То, что растение цветет, хоть сейчас на улице уже середина июня, но растение входит в активную фазу цветения. То есть нижние, видите, отцвели уже частично, часть цветет, и очень много по краям свежей побеги закладывается цветоносы. Очень много их, потом, если вы поближе, я вам покажу, это вы увидите. И растение будет цвести примерно весь остаток июня, и даже, я думаю, что оно будет цвести и до середины июля. Вот читая на многих сайтах, рекомендуют после зимовки обрезать вот такие побеги верхние. То есть, как считается, что это растение цветет только на плоских стеблях, а на трехгранниках растение не цветет. Я так тоже считал. И каждый год обрезал это растение смело по весне, чтобы не мешало растению расти. Но в этом году вот на самой верхушке, растение очень высокое, на этой же трехгранной побеге образовался тоже цветонос. Это значит, что растение все-таки цветет и на трехгранниках. Потому что обычно вот этот вид эпифилума, он начинается очень как тонкий стебель, и потом он в конце расширяется до очень плоского растения и очень обильно цветет. Вот это растение я всего пересаживал один раз. После этого растение не цвело где-то примерно года два. На третий год растение выпустило всего 5 цветков, и вот на четвертый год, когда растение полностью заполнило горшок, оно начало активно цвести. Насчет болезней, вот у меня растение это не болело, но когда не хватает света, это бывает обычно зимой, растение начинает желтеть. Листья становятся желтыми, вот у меня сейчас нет, потому что очень много света в этом году очень солнечно у нас, и поэтому вот даже некоторые побеги, они начинают даже краснеть из-за того, что очень много обилия света с утра, очень яркое солнце. И напоследок я бы хотел сказать, что вы не боялись и выращивали этот замечательный цветок, потому что он всегда порадует вас ярким, крупным, необычным цветением. Не зря его называют кактус орхидея. Он очень неприхотлив. Не бойтесь, выращивайте, экспериментируйте. А на этом все.
спасибо, что смотрели. Подписываемся, ставим лайки, ждем следующего видео. Всем пока!